все, машину засунули. Сегодня у нас рабочий день, поэтому людей и машин мало. А, ну я говорю, наверное, про это. В ночь тогда было 10 машин. И немножко назад туда сзади. Назад открывается. Белый цвет просто отличительный, да? Такой низкий-то, потеряешь по чуть грязь и не проедешь. Да она не, денег она не для потеряешь. Вот какую надо было брать. Так это по Сергею. Вот такую. Так вот, 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 вот. Это дефир. А там этот механика, а мини на нее механики не там. Она заглухла, я же новичок. Хватит. Все, все, Сергей. Проверь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Боже наш, сидя на херувимах и езди на херувимах, мудростью украсивай человека. И благим Твоим промыслом всякого блага направляя, не спаси благословение Твое и на колесницу сию. И ангела Твоего к ней пристави, да шествующий в ней, им хранимый, наставляемый в мире благополучие, путь свой совершивший. Тебе славу и благодарение воссылают, палящий Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается колесница сия во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается колесница сия во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается колесница сия во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается колесница сия во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благословляется, освящается колесница сия во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. На кофе какой-то грязный человек. Ну, пробивает оттуда вот сейчас грязь. Почистится там. Не, нормально. Слава тебе, Господи, можно, слава тебе. Воскресенье, Христос, истинный Бог нас. Молитвы почисти, мать и всех святых. Помилует и спасет нас, яко блажен человек. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Батюшка, жду. Подойди потихоньку, с ним я покажу, где он. Иди сюда. Татьяна-то где она? Это Татьяна, твоя машина? А? Да, да, да. Татьяна, твоя машина? По 80 штук. 230. А? Для меня дорого. Для тебя дорого. Я говорю, что я вот голубок, которого выпустил я, который у меня на плече там сидел. Вот он где, иди сюда. Вот он, хвостик у него, видишь, вот посмотри. Пока он не летел скорее. А я видел. Вот он, это тот голубок, который у меня в комнате ручной был. Я его выпустил, второй день он облет делает. Вот он. Второй, который сидит, хвостик, он черненький у него. Ручной-ручной. Каждый день я залажу туда его и с ним любуемся. Он так долго целует руку, не могу отпустить его никак. Ну это молочку продают. Так, давай спросим, почем? По 80 все. Что? Все по 80. Я думал 80. Так, это порог? Так, сколько в нем? Полкилограмма. А? Полкилограмма. Полкилограмма. Сколько стоит? 80.
80, держи. А это сколько? Тоже сметана 80. 80, это сметана, сливки, да? Да. А молоко полторашка? Молока нету. А почем она полторашка? Тоже 80. Тоже, все, как китайский товар. Все хорошо. Ага. То есть вес разный, но так подогнал. Молодец. Ну, понятно. Это что? Это тебе надо возьми. Нет, не надо. Сметана как в мешке. Вы ешьте только с хлебом понемногу, потому что желудок не привычный. Много молока не было. Как? Вот из Потеряевки приехали, это чистые продукты. На сене. Да. Вы только не ешьте, друг друга не давите. Давай, пожалуйста. Вот, смотри, поршень какой, посмотри. За моими голубями. Ай, нельзя крестоносый. Пошел, пошел. А этот сидит один, он любопытный. Все голуби залетели, он один остается, пошел. Вот так, 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 так. Сейчас залезет. Все, зашел. Я одно время держал, дрессировал коршуненок был, а как его в природу, так я отрубал крысам головы и за ниточку тянул в траве, чтобы он ловил. Когда он в природу-то выйдет, чтобы... Вон, смотри, потащили, Агафью. Агафью-то покажи нам. Вот она. Тоже приходила помолиться. Сегодня рабочий день. Понедельник, 13 апреля 2015 года. Многие не могли прийти, некоторые даже со службы, он Виктор Андреевич, что убежал. Вот, но все-таки кое-кто пришел. А тот спрашивает, а что у вас Пасху встречали без священника? Батюшка на два места за рубежом, это когда было, да и так было, на несколько приходов один священник. Людей бывает немного, а священников вообще нету. И поэтому отслужат. Одно воскресенье в одно, другое в другое. И батюшка через неделю бывает здесь. Вон у меня собачка пошла, сейчас пойду покормлю. Вон она вышла, за Николая, видать ее. Рада, что вы здесь. Очень хорошо. Что по чем здесь?